загрузки быстрее намного, прям моментальные. Но в Out of Bounds, короче, там, ну, просто невозможно. Вылезти оттуда нереально. Вот, ну что? Снова посмотрим волшебную заставочку и погнали бежать на таймер. Если есть какие-то вопросы, сразу спрашивайте, пока я... Вот. Ограничение FPS. Да, ну а зачем тогда? Какой смысл ставить там? Типа, я считаю, что это анонизм. Вот. То есть я на плойке так-то вообще ранил ее. Это сейчас просто через Dockstation играю. Вот. Чисто мои загоны забей. Ну я понял, да, ты это любитель там это. Мозги себе понасиловать там. Я понял, понял. Так, ну шо? Врубаем снова звук. Ох, как я сегодня побегаю обскурто на контроллере. Ой, прям сладость-то какая будет. Наконец-то у меня все работает. Так, волюме. Ну, слушайте, я даже, если честно, не ожидал, что с первого раза так быстро все сделаю. Я думал, хуже будет. Намного хуже. Ну, с учетом того, что я очень долго первый раз залезал в Out of Bounds, как бы, ну, все равно меньше, чем за полчаса игра проходится, это капец. Впервые Origins. Origins. Ну что? Let's go. Я не прошел, мне он не очень как-то вообще. То есть, я до гномов дошел и дропнул игру. Я понял, что ты про Драгонагу. Я понял, понял. Все, валим отсюда. Спасибо за голы. Подыхаем быстренько, быстренько подыхаем. Стоим вот здесь. Давай, давай, давай. Вот. Хоп, хоп, хоп. Да. Прекрасная смерть прям вообще. Шпе. Лучшая, наверное, кстати, моя смерть. Я еще красивее ни разу не умирал. Скипаем эту бороду. Ну давай, дядя, ну грузись. Ну плиз. Какие твои годы, да? Еще красивее умрешь когда-нибудь, да? Ну да, я бы предпочел умереть красиво. А, я дебил, дебил. Что-то фризит, блин. Так, сердце тьмы. Вообще, по идее, можно здесь не брать сердца, если мы по-любому будем брать пусиночку. Повара поберем сразу же. Оп. Так, рандомчик, рандомчик. Ну куда ты, рандомчик? Ладно. Не страшно. Давай, бегом, 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 бегом. Давай, 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 давай. На кладбище. Найс. Я не знаю, буду я делать пусси сейф или нет. Посмотрим. Что-то мне в прошлый раз повезло вообще на самом деле со скипом. А вот со скелетами мне сейчас тоже не везет. По-любому берем поварап для маны. Да ёптери куку, ты серьезно? Ох ты ж мать твою за ногу. Разозлился. Умри, пес, я тебя съем даже. Говнюк. Такие фризы. Почему фризит-то так? Алло, ты чё? Кнопочка. Хлоп, хлоп. Убиваем челика. Найс. Так, сожрём. Во, вот, обеих нормально слопал в этот раз. Красава. Блин, сердце тьмы надо взять. Всякое может быть. Блин, пальцы болят от допада, капец, конечно. О, хорошо взял. По идее, вообще, по логике вещей, если не брать здесь ничего, но взять нычку, я вот не знаю, больше мы времени... Да, в принципе, наверное, то на то и выйдет.
если брать нычку из-за камня, а здесь ничего не брать. Блин, у меня и болото на самом деле в прошлый раз хорошее было. Так, ну шо? Где вы, уроды? Ненавижу этот волшебный весенний лес, блин. МС Пох здесь, блин. Главное, чтобы вот этот сейчас нормально вышел, а не как в прошлый раз. Вот, все, найс. Вот, не придется никого убивать. Забатили на секира. Так, а что ты с бабочкой? Когда я приду? Я ж, блин, работаю, Игорь. У меня жопа в мыле. Тем более, ты в одно время со мной сейчас подрубаешь, да? Что ты хочешь? Вон отсюда пес. Найс. Ножички, главное, сейчас ножички. Эти вот ножички. Да, скотина, блин, так и знал. Гребаные ножички. Ой, вот прям вообще все ножи мои. Прям все ножи мои вообще просто. Lucky fucky. Ну да, я сейчас, скорее всего, сдохну тупо от дождя. Дорона байтили все. Блин. Так, так. Ну, короче, это я, возможно, сейчас. Хотя не. Не купил коня, все хорошо. Целый в будни. Так, идем сразу туда. Хоп. Скипаем эту бороду. Давай VR. Да какой VR, Игорь, блин, окстись, глазик выколешь, ты че? Нилово, здорово. VR, блин. Откуда в жопе алмазы, блин? Кажется, проще у бомжа печеньку стрельнуть, чем я заработаю VR в этой категории. Хотя, на самом деле, как бы, ну, есть минута, да, в запасе. Но чтобы мне эту минуту реализовать, надо через дырку в заднице наизнанку вывернуться, как бы, чтобы вы понимали. Берем мышку. Вот, все, хорошо. Я сейчас, скорее всего, от дождя сгину, да. Я даже не дойду до повара по СХП. Мне просто не позволит игра. Здравствуй, Зарус. О, прям вообще, видели, да? На пиксель от ножа. Собака, собака, отстань. Не кусай меня, я сейчас сам собакой стану. Берем псину. Блин, вот сейчас, если мне никто не даст люлей, я даже еще и до повара по на здоровье дотяну. Но это вряд ли. Это прям минимальная вероятность. Прям близка к нулю. Сейчас, секунду, хоп. Сразу же хоп. Тирл там, что? Ну давай, устрой нам лекцию по теории вероятности. Ай, тупая хрень. Я жив. О, видели нож, да? И я видел. Давай, я так и знал. Вот эти вот шипы, это вот этот прыжочек, он конченый вообще. По идее, игра, ну, ты не должен, по идее, вообще туда прыгнуть. Вот. Ну и вот пауэрап, ладно, хоть сейчас возьмем. Окей. Так, куда я иду, блин, дебил? Забираем сердце тьмы. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Найс, жив-здоров, жив-цел, орел. В нижних полушариях. Куда ты? Ты что? Ты что ж творишь-то ж? Понятно, мне не дадут прыгнуть. Да кнопочку-то хоть дайте нажать. Алибарда, блин. О, найс. Так, ну все, валим отседа. Научись добывать алмазы из воздуха. Да я как нефиг делать. Завтра пойду, короче, патентовать технологию. Я уже все придумал, кстати, вот пока загрузка шла. Уже придумал, как достать алмазы из воздуха. Хорош, хорош, пойдем. Пиу-пиу, указатели не трогаем. Так, ну шо? Тропиночка. Валим отсюда. Так, туда не заходим. Никуда вообще не заходим. К
указатель. Грёб, ненавижу этот указатель, скотина, так и знал. Ненавижу его. Какой он конченый. Его можно как бы обойти, но, блин. А ну сейчас еще один не взять. Давай, прыгай, собака. Чуть не туда не завернул. Еще один указатель. Ну, погнали первый скип делать. Посмотрим, как игра мне сейчас даст, не даст. О! Так, ну сразу становимся человечиком. Идем сюда. Я собака, ты собака, да, да, да. Все так и было. Мимо. Мимо. Попал. Найс. Хорош, хорош. Возьмем нычку, ну его нафиг, короче. Тем более поварап наманул, короче, на всю эту бороду. Прочую лабуду. О, ну давай. Мимо. 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 Давай. Снова мимо, блин. Далеко. Еще раз. Давай. Да чтоб тебя. Нет, я тороплюсь, короче. Во, не попал. Говнецо. Да, ну с первого раза, так это нычка с первого раза. Вот если бы мне дала, как бы, форма, я бы не брал, если бы нычку, кстати, вот сейчас, если бы я просто полез бы сразу в out of bounds, было бы круто, был бы очень офигенный таймсейв, я попал. Берем мышку. Ну почти с первого, ну да, мне хотя бы не пришлось ждать загрузку экрана снова другого. Выходим отсюда. Это фигня, как бы первый скип это ерунда, вот второй скип гораздо важнее и сложнее, просто потому что надо попасть, пока у нас идут кадры неуязвимости, вот в чем прикол. Так, форма. Форма, возвращаемся, блестим, собака, идем. Так, фонарик. Мышка, все. Блин, маны нету, короче, чтобы форму собаки сейчас пробежать. Очень, очень мало маны. Прям капец вообще. Катастрофический минимум. Ладно, ок, неважно. Я уже думал, мы сейчас окажемся на другом экране. И все будет хорошо. Вот, вот это дерево мое любимое просто вообще. И, и вот это бревно тоже. О, господи, помилуй. Побежали, короче, в форме собаки, пофигу вообще. Это не важно уже. Давай, 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 понеслась. Не будем никого жрать, нафиг нам это надо, жизни дофига. Майнкор, привет. Так, заходим. И все, ну давайте попробуем. Маны не хватит, скорее всего, чтобы пробежать круг и взять шашку, тем более свалить отсюда. Да, да, латянка. О, да, детка. Найс. Главное, чтобы маны хватило сейчас, короче, свалить отсюда. Ой. Я-то ворот наоборот. Давай, 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 псина, давай, беги, беги, беги. Беги, 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 я в тебя верю. Да. Вот это топ. Ох. Аж жить захотелось, чтобы вы понимали. Видали, да? Я сам в шоке, если честно. Только теперь на болото у нас не хватит маны в любом случае. Да, все. Ну, это не страшно. Ладно, сейчас мы выпьем тянку. Топ вообще. Топ, 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 топ. Ну, теперь я тормоз. Так, все. Выходим отсюда. Так, ну у меня теперь нет маны, чтобы побегать с собакой, блин, нормально. Поэтому, скорее всего, я даже глистов сейчас собирать не буду. Так все хорошо было, а? Не хватит маны. Они победители, да-да-да. Перевод в этой игре просто чума. Берем. Дай, он не прыгает. Какашонка хрен... О, да ладно. Как я удачно встал, я сейчас сдохну. Нет, не сдох.
Так, ну ладно, короче, это не важно. Мы не будем брать еще глистов, короче. Мы сейчас просто так пойдем, и не важно уже. Пофиг. Я не буду задерживаться здесь. Поварап не буду брать, ничего вообще брать. Не буду. Куда пошел ты, олень дуболобый? Ты че, тупое дерево? Давай, Кай. Ну, солнышко, ну что это за говнище-то такое? Ну... Блин, у меня нет маны даже через озеро нормально перебежать. Японский ты магнитофон. Капец. Я сейчас буду пешкодрапом, короче, шлепать здесь. Возможно. А может быть и нет. Ну, чуть-чуть-то хотя бы дай пробежать. Ну, ту самую малюточку, ну, кропотулечку, ну, прыгни ты. Лапоть опилочный. Ну, знаю Леона, да-да-да. Конечно, когда игра-то не дает, блин. Сразу самим собой становишься, да. Никотин выходит через жопу. Так, вот мы умираем. И сейчас очень важно, чтобы не было этого сраного софтлока. Вот. Вообще, на самом деле... Так, вот, найс. Нам сейчас надо сдохнуть здесь. Давай, Каин, давай, солнышко, давай. Ну, поработай со мной немножечко. Ну, совсем чутулечку. Давай, давай, давай. Так, так, все. Момент истины, господа. Не знаю, попал, не попал. Попал! У-у-у! Топ вообще, просто топчик. Топчик, топчик. Выходим. Наес. Наес просто вообще. Вообще пушка просто. Так. 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 Хоба. О-о-о! Е-е-е! Вообще четко. Четко. А я специально вырубил войсы, потому что я так и думал, что вот кто-нибудь возьмет и сделает это. Так, обратно. Так. Так. Из формы. Снова туда. Хоп. Собачка. Let's go. Дрова, Антоха, дрова. И... Найс. Теперь, короче, мы ставим то, что надо теперь. Ну, это бан вообще. Ну, да, бан. Банан. Так, теперь надо выбрать шашку. Потому что я шашку не поставил, блин. Так. Глистов сейчас возьмем сразу же. Ну, где? Ну, глисты. Все, погнали. Зайди ты уже. Все, найс. Внести флюгиги Хаймен, да. Не работают войсы, я выключу. Ну давай, урод, ну. Давай, урод, играй. Ну ты, шарага 100-рублевая, почему ты не сдох? Все, исчезай, говнюк. Ну да, я понял, да. По памяти для себя, да. Фантомные войсы, короче, да? Бам! Еее! Хорош! Так. Ну, так чё, где? Всё. Ты исчезнуть, ты не хочешь? Так ты... Подонок. Не, ну это капец вообще. Ну это все, это бан. Инвалид, тугодум. Так, сейчас нам надо сдохнуть, главное. Давай. Так, все, раз. Валим. Да войсы не работают, да. Не работают войсы. Мы не дома, пацаны, мы в гостях. Исчезни, говнюк. Исчез, красава, молодец. Верю в тебя. Так, сейчас надо сдохнуть. Да мы заметили, да. Оп, убил, найс, хорошо. Сейчас мы скипнем это замедление гребаное. Мышка, 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 мышка. Вообще в гости пишем непонятные слова, да-да-да. Я чувствую себя как дома и уже разделся и расслабился. Блин, кстати, вот единственный плюс того, что мы в гостях, короче, нет вебки, я могу сидеть в трусах, короче. Вот эта пушка, короче. Откровение вечера, я в трусах сегодня стримлю.
На красивое. Ну, блин, Игорь, у тебя жена есть. Зачем вообще тебе это надо? Ну, серьезно. Грязный извращенец. Так, берем часики. Псина. Бежим отсюда. Байонетту. Не, байонетта топ вообще. Давай, исчезай уже, говнюк. Блин, хороший пейс. Ну, для меня, по крайней мере. Конечно, это не VR. Но это пахнет пибихой, чтобы вы понимали. То есть, возможно, это пибиха. Если это пибиха, то я хрен с кем здороваться завтра буду вообще. Ну давай, упырь, беги давай уже. Ой, мне хана. Да, мне хана. Вставай, сердце тьмы. Подонок. Найс. Все, умирай. Только лужа не исчезай, пожалуйста. Не исчезай, лужа. Ну, где он? Где этот упырь? О, зашибись! Шигардос прям вообще топ-килл. Давай, появляйся, говно. Давай. Ууу, найс. Блин. Это саб 23 где-то, короче. Это по-любому ПБХ. Прям стопроцентная ПБХ. Гайды портят людей. Спидраны тем более. Ну да, я конченый вообще человек. Спидраны портят людей. А кто мне ниндзю гайда на реквестил, а? А? Тирал, блин. Спидраны портят людей. Вот как хорошечно получилось. Найс. Не в курсе, да, вообще не знаю, блин, таких людей. Блин, как его звали-то? Подожди, как его звали-то? Ти что-то Т, по-моему, как-то на Т начиналось, я не помню. Как его зовут? Этого чувака, который всех байтит на всякую несуразную фигню, блин. Это ПБХа. ПБХа, блин. Хоп, найс. Хоме придется адекватную заказывать. В смысле адекватную? То есть, короче, это что за... Бляха-муха. Это что за дискриминация вообще? То есть ты хоме заказываешь адекватные спидруны, да? А я должен, короче, страдать во всякое говно, да? Нормально, нормально, я тебя понял, короче. Понял, тебя понял. Пообщаешься с Тирлом, блин. Блин, сердца тьмы тратишь, ага. Ну, капец, блин. Вот это фейл, блин. Зачем я вернулся так рано? Ладно, все, короче. Давайте максимальная концентрация, это не шутки уже. Могла быть нормальная ПБХ, но она теперь не нормальная, а всратая, блин, я... Два раза тайминги просрал. Нет у нее спидрана. Да я в курсе. Ой, больно будет. Рано. Нет, не рано? Нормально. Огонь. Хотел, блин, саб 23. Это уже не саб 23, короче. Ой. О, да ладно, да ладно, да ладно, да ладно, давай. Санова бич. Нет, никаких сейвов. Саб 23. Здорово, Ниган, здорово, Рома, привет. Привет, привет, привет. Ну, давай, ну, давай быстрее, блин, сраный этот. Загрузочки эти поганые. Саб 23. Да, детка, это ПБХа. Это ПБХа, ПБХа. Ну все, ребят, короче, все. Я завтра ни с кем не буду здороваться. Все, поняли, да? Вот, собственно, вам спидрун Legacy of Kain. Вот, First Try Easy VR. Ну, это ПБХа, да. Ну, короче, я не знаю, я не хочу. Мы тогда завтра не придем. Ой, да с тобой я бы и сегодня не стал бы здороваться. Вот после того, как ты сказал про хому, короче, все, я теперь вообще это, все нафиг. Я обиделся на тебя.
Вот, спасибо за GG. Вот Рома очень вовремя пришел, да. Ничего, будем обскур бегать. Надо еще посмотреть, кто мне там названивал, короче, 3 раза. Отметил в блокноте. Я тоже тебя отметил вообще, что ты, хоми, адекватные игры зареквестишь. А когда ты у меня там что-то реквестишь, тебе обязательно, чтобы это сопровождалось болью в моей заднице, да? В общем, вот, собственно. Legacy of Kain, Blood Omen, Any Percent. Вот, если какие-то вопросы остались, задавайте. Отвечу перед тем, как с вами попрощаться. Ну, саб 23, это значит хера выйти из 23 минут. То есть, есть, ну, вообще в любом спорте, там, в олимпийском, есть такие, типа, понятия выйти из 23 минут. Это значит саб 23. Выйти из 22 минут, саб 22, значит. Меньше, чем 23, это и есть, как понял, да? Угу. Ништяк. Я из тебя человека делаю. Ты из меня, блин, не человека делаешь, а машину какую-то, нахрен. Мне это не надо. Я просто скоро стану бесчувственной сволочью и начну всех посылать, понял? Вот. И так и скажу, вот это не я злой, это просто это меня Тирл таким сделал. Вот я раньше почему такой злой был, да? Да потому что идите нафиг, я сейчас недобрый, да? Вот, еще какие-то вопросы? Так, вопрос. Кто получил сегодня по бэху и завтра не будет ни с кем здороваться? Этот чувак есть, короче, этот, не помню, Леон Ходокин какой-то, Худякин, не помню, короче, как его зовут. По-моему, Ваня. Вот. Ну что, всем спасибо за компанию, спасибо за внимание, вот, за GG спасибо. Вот, я, наверное, сваливаю. Опять, как обычно, блин, что-то слишком быстро. Мы всего час опять, всего час. Какой кошмар, блин. Что теперь делать-то? Вот, ну ладно, в общем-то, еще раз всем спасибо. Всем до свидули. Я надеюсь, да, все было доступно, как бы понятно. Если какие-то вопросы будут, забегайте на канал. Задавайте свои вопросы и все такое. В общем, врывайтесь, короче, в игру. И на самом деле это пока что пуси категория. Там всего 2 позиции, вот, и я 2-й. Вот как бы присоединяйтесь, собственно. Давайте этим русским флагом все заспамим там нахрен. Спидрунком, да? Обскур. Я не знаю, это вообще ко мне должны были прийти друзья, я не знаю. Сейчас, короче, буквально через 10 минут, возможно, я подрублю еще. Вот, ну, уже со своего канала. Вот. Да, вы можете быть 3-ми. Да не, можете как бы быть 2-ми. Это был пососный ран, видели мои ошибки. Хороший, на самом деле, был ран. Если бы я не брал нычку, это был бы саб 22. Если бы я не брал нычку и не налажал бы на ласте, это был бы саб 22. Вот. Возможно, даже саб 21, кстати. Если бы у меня хватило маны еще, и я бы не парился на болоте. Вот, но я очень хорошо добежал до шашки, прям вообще, прям шикарно добежал. Сам себе противен просто от таких раскладов. Ну что, ребят, давайте, короче, еще раз всем огромное спасибо за компанию, за внимание. Я отваливаюсь. Всем удачи, там, приятного вечера, там, и доброй ночи. Все такое, не знаю, там, короче, приятного вам времени суток. Все, я отвалился. Пока.